Вы смотрите Информбюро. В Павлодарской области мужчина, отсидевший срок за педофилию, изнасиловал собственную дочь. 15-летняя девочка сама обратилась в больницу. Насильника задержали, сейчас он в изоляторе временного содержания. Подробности в криминальном дайджесте. Насильник надругался над собственным ребенком на окраине поселка Ахсу в Павлодарской области. В свои 35 лет он уже был судим за педофилию. В 2008 году получил 8 лет колонии. Однако исправлению этот срок, видимо, не способствовал. На этот раз жертвой нелюдя стала его собственная 15-летняя дочь. Девочка сама пришла в больницу. Два человека погибли, трое пассажиров серьезно пострадали в результате аварии на трассе в Туркестанской области. Там столкнулись автомобили «Opel Vectra» и «Toyota Prado». В Темиртау нетрезвый мужчина воткнул вилку в ухо своей жене. После этого он вызвал бригаду скорой помощи. Однако, когда медики попытались забрать пострадавшую в больницу, ее благоверный снова вышел из себя и начал угрожать врачу. Пришлось вызвать полицию. К счастью, женщина сильно не пострадала. Ее уже отпустили домой. Асим Караулова, Информбюро.